Всем здравствуйте, вот хочу записать обзор. Плита электрическая Bosch. Такие 4 конфорки здесь. Это 180, 145, 145 и 220. И вот были жалобы, что 220 слабо греет. В общем, проверил все переключатели, подачи тока, подачи напряжения на конфорке. Напряжение приходит согласно командам. И вот эта самая большая конфорка оказалась сгоревшая. Из 4 спиралей у нее была только одна спираль рабочая, 3 было сгорето. Вот будем плетать, менять эти конфорки. Они оригинальные, эгоские, это чистая Италия. И вот который стоял, тоже эгоская. Вот. Хочу вам показать. В чем проблема была, то что слабо греет. Получается, вот одна из 4 спиралей. Получается, здесь вот одна из 4 спиралей сгорит. Вот смотрите. Получается, вот с этой спирали. Видите, единичка, единичка, единичка. А вот эти между собой прозваниваются, прозваниваются. Вот из-за того, что одна спираль здесь горела, она вот слабо грела. А вот что касается новой конфорки, вот все спирали между собой прозваниваются. Видите? Все, в этом была проблема. Сейчас я поменяю, будем проверять.